Здравствуйте, коллеги! Начинаем наш урок по одинарному лежачему фальцу. Для этого нам понадобится бумажная картина, которую мы изготовили при помощи ПВХ уголка 90 градусов 20 на 20. Мы его устанавливали на край нашего стола и, отметив точками P-фальц с правой стороны и кромки G-фальца с левой стороны, отогнули эти все кромки, и таким образом мы изготовили нашу картину. Для того, чтобы нам понять, как изготавливать одинарный лежачий фальц, нам понадобится выкройка картины, которую мы заранее подготовили, и сейчас мы ее будем рассматривать. Для того, чтобы нам понять, куда, в какую сторону отгибать и где мы будем ослаблять, нам понадобится выкройка картины. На выкройке картины мы видим, что у нас есть две совмещенные картины. Одна сверху, а другая снизу. На картине, которая у нас сверху, мы будем откладывать кромку 30 мм, а на нижней картине мы будем откладывать кромку 50 миллиметров. И сейчас будем сразу запоминать наши реперные точки. Когда мы отложим кромку 30 миллиметров, мы заметим наши две реперные точки для P-фальца. Первая точка – это пересечение вот этих трех линий, то есть это у нас высота пальца 25 миллиметров и кромки P фальца, то есть 10 миллиметров и 8 миллиметров. Первая точка пересечения трех линий, вторая точка пересечения то, что мы подняли нашу кромку, отметили 30 миллиметров, и следующая точка – это крайняя точка, то есть это линия P, кромки P фальца, то есть следующая точка будет вот эта. То есть нам нужно будет провести, для того, чтобы ослабить P фальц верхней картины, провести линию между вот этой точкой и следующей. Далее. Начинаем смотреть, как нам сделать ослабление картины теперь с левой стороны, где у нас G-фальц. И здесь нам надо найти точку, которая у нас изначально начинается, наша кромка 35 миллиметров. Вот она. И следующая – это крайняя точка, где у нас пересекается 30 миллиметров, которые мы отложили кромку. Таким образом, мы поняли, где нам ослаблять картине. Теперь приступаем к рассмотрению реперных точек, которые у нас на картине, которая снизу. Здесь мы находим опять-таки эту точку, которая у нас находится на пересечении трех линий, но уже мы видим, что следующая точка реперная будет
где у нас пересекается высота 25 миллиметров. То есть там, где у нас кромка 25 миллиметров. Там, где у нас P-фальс. И то же самое мы видим, что у нас будет следующая реперная точка. Это первая посередине и вторая снизу, где у нас пересекается кромка 25 миллиметров. Таким образом, мы это все переносим теперь на нашу картину, которую мы подготовили. Приступаем к изготовлению одинарного лежачего фальца 3050. Ну, эту картину, которая у нас бумажная выкройка картин, мы ее далеко не откладываем, мы ее держим рядом для того, чтобы нам иногда подглядывать и делать выводы. Ну, первое, что мы откладываем, это на нашей картине, которая у нас снизу, мы откладываем 50 миллиметров. 50 миллиметров откладываем. Это у нас будет первая линия. И картина, которая у нас будет сверху, мы откладываем 30 миллиметров. Сверяемся по нашей выкройке картин, которая у нас стала лежать сверху, слева. Таким образом, прочертили две линии относительно средней. Это у нас 30 миллиметров и 50 миллиметров. Теперь подглядываем нашу выкройку картин, которая слева, и понимаем, что нам нужно будет реперная точка первая, мы ее нашли, это для первой верхней картины и второй картины нижней. И теперь нам нужно вот 30 миллиметров. Смотрим, где нам найти этот 30 миллиметров, следующую реперную точку. Вот она. То есть на нашем случае это будет вот здесь. То есть у нас сразу вот так вот готовый уже здесь. С этой стороны у нас реперная точка, которая у нас картина идет снизу 50 миллиметров. У нас реперная точка будет где 25 миллиметров кромка. То есть вот это. Таким образом, мы нашли реперные точки справа для P-фальца. И то же самое мы сейчас делаем для G-фальца, который у нас слева 35 миллиметров кромка. Так, мы находим. Вот у нас первая реперная точка слева. Вот здесь. И вторая точка у нас, вот у нас, смотрим, то есть она у нас будет вот здесь. Таким образом, мы определили реперные точки, и теперь мы чертим линии. Прочертили линии, которые у нас на картине, которая сверху, картина, которая снизу, это у нас P-фальс. Поберем нашу выкройку картин и проверяем, правильно ли мы сделали, правильно ли мы нашли реперные точки. Первая точка, вот она, мы ее перенесли сюда. Следующая точка, это у нас 30 миллиметров, то, что у нас кромку мы подняли, вот она, 30 миллиметров, крайняя точка. Соединение сделали линию. И следующая линия у нас 25 миллиметров. Вот она. Мы нашли следующую реперную точку и провели линию от одной точки к другой. Таким образом сделали, провели линию. Эта часть, которая у нас оказалась посередине, мы ее заштриховываем. То есть вот эту часть мы ее потом в дальнейшем вырезаем.
Проверяем с левой стороны, правильно ли мы сделали. Прикладываем нашу выкройку картин, находим, правильно ли мы сделали. Так, находим первую точку, это точка, которая 25 мм, вот она. И от этой точки мы находим 30 мм, вот она, все правильно. Теперь эту часть тоже, которую у нас заштриховываем, получилось, такой треугольник. И эту часть мы сейчас отрезаем. То есть, таким образом мы, ну, по-немецки они называют это ташен, то есть карманы. Ну а по-русски мы говорим делать ослабление. Сейчас мы делаем ослабление П пальца. Это то, что у нас с правой стороны. Эта часть нам больше не нужна. И делаем ослабление ташен по-немецки. Карманы переводится. Мы делаем ослабление картины, которая у нас снизу сначала. И отрезаем теперь остальное. Таким образом мы получили выкройку картины уже фактически вот из этого, из этой выкройки картин. Мы можем делать уже шаблон, если мы сделаем его на твердой бумаге, прикладываем, проверяем, все правильно. Вот таким образом вот эта картина может у нас, выкройка картины, может служить шаблоном, если ее сделать на твердой бумаге. Теперь нам остается эти две картины по линии, где у нас они соединены, подрезать и отогнуть, соответственно, нижняя кромка у нас отгибается по скату, то есть она у нас будет отгибаться, приложим линейку. И сделаем линию гиба. Таким образом мы ее отогнули. А верхнюю картину бумажную, на ней кромку, мы отогнем при помощи нашего замечательного уголка ПВХ, который мы вот на край стола прислонили. И по нему прямо проводим линию гиба. Таким образом у нас получилось, что две картины у нас, которые у нас, нижняя картина, это 50 мм кромка. Смотрим на нашу шпаргалку. Вот. И следующая картина у нас, верхняя картина, вот она у нас 30 миллиметров. Теперь нам нужно их соединить. Что мы сейчас и сделаем. Соединяем две картины. Все хорошо, прекрасно. Но, как мы помним, когда мы соединяем две картины, таким образом, нам нужно сделать еще одну важную операцию. Это сделать компенсацию на линейное расширение. То есть, когда мы отогнули наши кромки,
Вот видите, тут кромка 50, когда миллиметров. Вот кромка 50 миллиметров. Вот она. И мы к этой кромке добавляем еще 10 миллиметров. Добавляем 10 миллиметров. Зачем? На линейное расширение, когда у нас верхняя картина будет нагреваться, она будет расширяться, охлаждаться, сжиматься. И на этот люфт, на температурное расширение, компенсацию, мы прибавляем еще 10 миллиметров. Что у нас получится? У нас получится, что когда мы соединяем две картины, нижнюю и верхнюю, у нас остается вот такой зазор. То есть зазор у нас 10 миллиметров. И для того, чтобы нам компенсировать эти 10 миллиметров, когда у нас будет линейное расширение температурное нашей картины, мы его просто подвигаем вперед. Вот таким образом. Вот теперь у нас правильное соединение картины. И нам остается теперь поднять P-фальц справа и G-фальц сверху.